Минуте. Подождите, идет загрузка. Во. Dwarfs and Treasures. Тут прям те же самые карты, Катюшка. Вообще. Да, я, кстати, прочитала. Так, только давай ты в мой монитор не смотришь, я в твой не смотрю. Чего? Ты в мой монитор не смотришь, я в твой не смотрю. Так, начальная установка, а что? Сейчас нужно устанавливать все карточки. Так. Блять, что это было? Что-то я понять не могу. Блять, а как в инвентарь класть? Я что-то уже не помню. Просто нажимай на карточку. Нет, нет, у меня написано надеть, а я не могу надеть шмотку. Я вот тоже ничего не могу надеть. У меня две шмотки есть и вообще по барабану. А ну, походу, в начале самом нельзя выбирать в инвентарь. Только классы, типа. А может, Кать, ты можешь надеть? Кого? А, вот, сейчас теперь Катя расставляет свои вещи. А, да? Только что, да, только что, типа, я расставлял. Временный ход игрока Бабалеха. Ну да, значит, потом я буду. Окей. Угу. Что там ты себе надел? 11-футовый кий. Да. Шлем бесстрашие. Плюс один, блять, охуенно. Ну уже что-то целых два. Ну да. Жалко, тут не показывается, типа это, блять. Кого? Ну то, что ты наделал именно головняк и в две руки взял эту хуйню. Ну, они просто валяются на столе. Про то, что неудобно, да, смотреть? Ну да. Есть такое. Интерфейс могли бы получше замутить. В инвентарь. Походу в инвентарь можно захуячить, когда у тебя типа больше 6 карт в конце хода остается. А сейчас пока что похуй, типа. Ну, у меня, ну, типа, остались все карты. Ну, ты еще ход не сделал. А, ну да, логично. Походу я первый ход буду делать. Ты все расставил? Не смотри. А пропускать ход как-то можно, нет? Ну, в смысле, это завершить до истечения времени. Там снизу, где чат, там конец хода. Ожидание, типа, да? Ну, у меня там сейчас там ожидание. Окей. Что так. Все, уже должно быть ожидание. Наконец-то. У меня вообще нихуя нет. Нихуя все у тебя. Так, это я, значит, ого, пока не могу. Нихуя себе, сразу пишу. Так, это чё? Окей. Человек нет класса, нет проклятий. Лягушка. Ноль золотых. Так, это её тоже мне нельзя использовать пока. Ну, эти все тоже, наверное, не могу использовать. Но у меня 6 карт, значит, что-то мне нужно в инвентарь положить, так? Или нет? Мне пока не надо, вроде. Окей, конец хода. Так, чё, блядь, я, да? Да. Я тяну дверь. Открываю дверь. Чё за эльф? Плюс один к смывке. Да, и я... Бьюсь с монстром с руки. Типа вошки. Типа вошки. Вы побеждаете, голосуйте, чтобы пропустить ожидание таймера. Я проголосовал. Так. Окей. Две секунды у вас. Одна, ноль. Но я тут ничего тебе не сделал. Так, до окончания боя. Я нажал голосовать. Ну все должны проголосовать, вероятно. Окей. Так я голосовал уже. Так. Сейчас я могу применить. Вау! Вообще. Сокровище бумажной карты. Блядь, ну и говно, конечно. Инвентарь. Фига у тебя там какой-то. Инвентарь. Инвентарь.
Успехи какие-то. Наемничек. А что вы можете сказать? Таскать твой хабар, позволяет тебе носить и применять одну большую шмотку сверх нормы. А, ок. Типа, ну окей. Инвентарь. Фига у тебя там карт. Ну, блядь, не могу ни одну из них. А чё, ты же отбрасывать их ещё можешь как-то? Я, правда, не совсем понял, как. Продавать, ну нажимаешь на карту, там у тебя будет это... Ну я понял, там возможность будет продать, и окей. Да, продать, сброс и... Господи. Ебать. Чего произошло? Сорян, но у меня, видимо, шнур от наушников отошло. Бар. А, взяла карту дверей, бар открыт. Да, нажимай. Мне интересно, так. Как торговать. У меня есть карта. Можешь держать в руке 6 бар. Карт. Прикольная раса. Че такое? Курица на башке, мясо один в броском купе. Собака, кстати. Так, что еще не могу, да, закончить? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, блядь. У тебя 4 карты сокровищ, можешь их положить. Так. Тыка на них там. Что там у тебя? Клирик. А? Ты складываешь там инвентарь? Кать. Че? Да, да. Че? Ну вот, все произошло. Спасибо. Да пожалуйста, блин. Тебе все равно не хватает. Ты до конца. Ну у тебя 6. А, ты двор, ты можешь его доносить, да? Да. В руке 6 карт. Ну все, нажимай конец хода. А, да, все? Да. Блин, взял меня, закидал. Так. Получил уровень. Ух ты, хорошо как. Все хорошо как. Ну, ему. Так, должен карту вытащить, да? Блин, может так по-наглому сыграть. Давай попробуем. А, я ее сбросить только могу. Окей, тогда тяну. Бой. Что это вообще за шутки? Окей. Что это такое? Угу. Окей. У тебя 6 карт. Я понял, да, сейчас я хочу... Так, это уже нельзя мне сыграть. Это можно оставить. Да, то же самое, блядь. Ну, тут просто... А сколько это мне даст-то? Я ничего не понял. Да что ты сбросил, зачем мне? А, просто ты сбросил, да? Я вообще хотел продать. Так ты не можешь продать двери, там нет цен. А-а-а! А, понял. Все, вижу голды. Ну все тогда. Что ты делаешь? Я запутался. Ах ты, сука! Сука. Зачем ты у меня уровень забрал? Ну, чтобы все поровну были. Не потребство, а когда он всасывает с тебя лицо, он прихватывает и твой головняк. Сбрось все надетые головняки и потеряй один уровень. Сука. Давай смываться от него. О, найс. Ты смылся? Ну, вроде как, да. Я не вижу просто. Новое значение 5. Бонус смывки 1. Итого значение. Ожидание реакции от игроков. Бегуску удачно смывается от лица СОС. Ожидание реакции игроков. Ты проголосовать можешь? Я как бы, типа, все равно тебе ничего не сделаю.
А там справа из вас ничего нету, типа? Нет. Бегуск смылся. Ок. Конец хода. Газеба. Газеба. Никто не поможет. Следующий охотник с монстрами должен разобраться с газеба один на. Я же три уровня. У тебя нет столько. Что ты будешь делать, Кать? Ой, блядь, я тупая. Взять ход я нажал зачем-то. Ну, типа, это, подговнить ей. Я тебе не поможет. Плюс 5. Кать, ну я могу тебе помочь? Ну, ты тут нельзя, блин, помощь. А, точнее. Но. Ты чего? Пиздец. Все карты прибавил. Дура. Верните мне карту. Че, у тебя вообще ничего нет? А, блядь. И что будет, если я не смогу? Но ты потеряешь 3 уровня. 4. Не смылось. Ожидание реакции от игроков. Нет реакции. У меня тоже нет, у меня ожидание только. Не удалось смыться от газеба. А это можешь, если у тебя, смотри, определенные карты есть. Ну, прям супер ситуативные. Ну, да. О, нет, бабулеха. Что так першит-то? Так, чей ход-то? Твой. А, нет, давайте почему-то. Чего? Пока еще. Знаешь, типа, скорее всего, ты днечки чистишь. Почистила. Так, вот теперь мой ход. Окей. Ну, давай. Не знаю. Это вообще бесполезно. Но ее и продать нельзя, так что можно заюзать. Да ебать. Ты не можешь получить бонусы от шмота, который где-то в другом ходе, если ты найдешь где проклятие до следующего боя, проклятие спадет. Ок. Спасибо, блин. Так, а тебя я не могу разыграть, да, я должен сначала вытащить. Давай. Ух ты! Применять, находясь в бою, возьми одну шмотку у любого другого игрока в тот момент, когда ты ее берешь, эту шмотку должна изменить исход боя. Так, что-то я немного не совсем понял. Ну, когда у тебя бой, и ты проигрываешь, ты понимаешь, что если ты спиздишь эту шмотку, а ты победишь, ты можешь завязать эту карту. И спиздить у игрока. Угу. Угу. То есть я могу просто во время боя спиздить что-то, да? Ты что сделал, Кать? Так, давай тогда. На это? Не нажимай. Ты нажал на назад и выключил еще и микрофон. Блин. Включи Discord его на кнопку. Ну, ну да, я знаю. Что-то не очень хочется. Ну да, я, наверное, вот так вот сделаю. Лягушки. Блять, ну у меня нечем. Так, что это? Ну мне это нафиг не надо. Угу. Так, а что сейчас делать-то можно? Все, типа конец хода? Угу. Не, лучше оставлю, ладно. Баный бой нахуй, 2К. Не станет атаковать вора. Да, каждому игроку вытянуть по одной карте из твоей руки, блядь. А, ты поможешь? Так. За сокровищницу? Да, за одно сокровище. Ну давай, можно. Там как замка.
Ух ты. Блин, нет, фигня какая-то. Так, ну, конец хода. Катюш, иди. Опа. Ну, ты его, че? Побеждаешь? Ну, какого хуя, блядь? Че ты потратил эту херню? Давайте помогу за бесплатно. Давай. Подожди, а что, ты его не можешь, что ли, побить? У них равный счет. А. А как ты поможешь? Бесплатно, в смысле? Ты получаешь уровень, да? Да. Ну, да, ладно. Я эльф, у меня типа это. Я получаю уровень за каждую побежденную... Ой, за каждую помощь. А Катя только сейчас об этом додумался. Так-то я не против. Нажми еще. Нет, надо голосовать. Набрать. Нас, походу, поебал. Да. Опа. Ну да, это нравится, хороший как-то получилось. Катя, ну, ты блядь, не можешь со мной хуя, поэтовать? Торговаться. Чего надо? Ну, у меня есть для дварфа шмотка. Да, тебе надо для кого? Ну, ты вот эту мне для клирика можешь дать. Подожди, а как тут это делать? Ну, я вот, Кать, попробуй как-нибудь. Нажать на меня. Слушай, Тимур говорил, что тут нельзя это делать. Никак? По-моему, нет. Ну, плохо, блин. Может, только разве что действие слева есть. А если ты на свою шмотку нажмешь, которую в инвентаре? Ничего не работает, я посмотрел только что. А что там вообще за действия какие? Только продать и я... У меня надеюсь, в инвентарь продать и проще. В инвентаре все то же самое, как у меня в инвентаре. А, ну понятно, значит, нельзя в этой игре торговаться. Ну вот, почему нам надо тейблтоп покупать, чтобы торговаться. Ну там что, можно? Ну да, там вообще можно. Что угодно делать. Ты же наоборот хотел, чтобы не было такой возможности. Да нет, почему? Нет, нормальная возможность. Просто главное, чтобы ты всю игру не торговался, а играл. Так, а что, я хочу сменить оружие, можно мне? Так, ну давай я эту уберу. В смысле? А что, нельзя вернуть вещь со стола? Почему? Нажми на нее и нажми в инвентарь. Я не вижу в инвентарь. Я вижу только продать или сбросить. Что за бред? А если на ту вещь, которую ты хочешь поставить, нажать? Ну, я нажимаю надеть, и у меня, типа, у вас нет двух свободных рук. Что за бред, блядь? Вообще бред. Ну, давай, о. Ну, в принципе, можно, можно так сыграть, окей. Как? Ну, вот так я сделаю. Блин, приходится продавать, это продавать, это бред какой-то. Ну да, мне так не очень нравится. Так, ну все, можно сыграть. Даже не знаю, как бы сделать-то. Ну ладно, давай так сделаем. О, клирик, блядь. Ну давай. Что применить? Иду стакан. Угу. Так. Я могу подраться еще сейчас, да? Ну, с руки, да. А, почему нет? Походу не могу, что ли? Странно. А ты в открытую забрал? Да. Да. Странно, но ладно. Ничего не понял. Ну, я побеждаю. Макс. Да, секунду. Ты ебаный нахуй, что за бред, блядь? Неудобная.
Да причем это неудобно. Что у меня нихуя нет. Ну типа выпадает всякая шляпа. Реально шляпа. Так. Я не знаю, что сделать. Сначала продать, чтобы уровень увеличить. Или директорить. Ну, лучше продать, чтобы у тебя больше шансов. Это тоже кажется. Спасибо. Блять. Да ты заебал. Давай за сокровище, помоги мне. Ну только не это, не ему, потому что он опять уровень получит, а он уже пятого. Давай, ты мне поможешь тогда за одно сокровище? Давай. Ну охуеть. А что ты хотел, нафиг ты пикнул? Напикнул, да? Нах ты клирик. Он мне сам выпал. Так. Да ты заебал. Мне всякая хуйня упадает. Угу. Мой с одного, блядь, пишу. Что делать? Если бы можно было обменяться, я бы с удовольствием обменялся. Сколько у меня карт? 6, да? Угу. Бродячая тварь. Пап. Неплохо. Так, а если я сейчас закрытую возьму, я уже не смогу монстра сделать, да? Да. Блин. Может так сыграть? Это будет жестко. Ну, ладно, фиг с ним. Так, я его и так побежду. Кать. Да, Кать, хочешь мне помочь за одну сокровищницу? Ну, или я сам его побеждаю? Конечно же. Все хорошо. Хотя нет, подожди секунду. Блин, что, я не могу отменить? Ну ладно, давай. Так уж тогда. Может это, блин. Может, нам не хватает все равно. Странно, я думал, у тебя 8. Сейчас, да, сейчас я себе добавлю. Да, все под контролем. Так, кажется. Да не, не, все норм. Я даже вот так сейчас еще сделаю. Мне уже страшно стало. А почему? Я же могу в бою использовать. Ну ладно, нет, тогда так. Ну, ладно. Странно. Применять, находясь в бою. Возьми еще одну шмотку. А, понял. Типа нет. Я могу шмотку спиздить. Нет, у Кати. Да, конечно. У меня нет шмоток, но... Она просто у меня никакая шмотка уже не помогла тебе победить. Нихуя себе, у тебя там на складу-то, Кирюш. У меня? Ну и смысл? Что-то я ничего понять не могу вообще. Можно продать. Что? Продать? А если она мне пригодится? Погоди. 1300. Сейчас подёрничать. Ну, я, может, это подружник. Ну. Так, это мне надо еще две карты скинуть, да? Бать, ты такую карту продал. Ну, я знаю, что делать. Так ты ее в инвентарь мог положить. Да пофиг. Ты чего наделал? Так, я получил сейчас уровень, да? Да. Ну все тогда. Охуеть, блин. Я такие крутые карты продал. Я побеждаю. Да что за додерские монстры, блядь? Макс. Секунду. Так ты бы победил его? Я? Да. Дед Кирилл, конечно, в шоке.
Так. Сидишь, передишь. Так, 400, да. Ебать, что происходит? Пока так. У вас карты слишком много рулок, блядь. Макс больше не помогает. Ну, как бы и ему тоже. О, нет. Спасибо, нахуй, бама. Подождите. А, все-таки можно после проклятий дверь тебе закрыта? Уже. У тебя 8 карт. Что с этим надо делать? Подожди, а почему я человек? Я же вроде клириком был, нет? Ого! И вот это вот карта... Слышь, карта... Странная фигня какая-то. Типа, смеси. Походу, ты можешь быть, допустим, дворфовым человеком. И типа можешь носить людские одежды. А-а-а! Пиздец. Я посмотрел, но все еще видел, но там не было такого. Ну круто, чё, блин? Пиздец, лол. Чё? Макс потерял одну большую шмотку. Ну вот, сука. А я ничего не могу сделать тут. Чё ты говорил, Катя? Что? Ничего не могу. Ну, принять получается. Хе-хей! Да ебать. А господин Косточки. Ладно, скорее побеждает. Где-то можно, блядь. Так, что можно использовать, но мне не... Ладно, все, конец хода. Ебать. Клирик. Клирик, теперь вы можете вызвать монстра из руки, либо тянуть карту. А, ок. Блядь, я все карты клирика проебал, да твою мать. А, я перепутал, я подумал, клирик это раз, а это класс. Окей, я клирик. Сука, я такая, но вообще ни о чем. Блядь, а что, зелень нельзя положить в эту? В инвентарь? Что за ебаная игра? Положи что-нибудь другое или сбрось просто карту и снимай. Да, блядь, у меня, ну ладно, вот это сбрось. Ну слушай, мы можем, конечно, сегодня взять в стиме, но мне кажется, мы дольше разбираться будем сегодня. Ну да, если Саня там не будет. Ну конец. Конец игрушек у Кати. Не, ну вот чё-то, блин. Воин, классовый коктейль. Чё за воин плюс? Ну типа потому что у меня есть вот этот классовый коктейль. Блять, мне же есть в руку клирику, сука. Надеюсь, Макс сейчас не победит. Ну как это? Надо же кому-то. Ну нихуя себе.
Что там? Применяется в любом бою, сбросить одного любого монстра из этого боя вместе со всеми картами, которыми... Ну охуенно, блядь. Чё, всё что ли? Ну капец. А подраться? Блядь, у тебя и так всё хорошо, Макс. Куда тебе ещё получше? Что он там сделал? Так, а получается, я из инвентаря не могу использовать карту, да? Почему нет? Могу? Разве? Можешь, вроде, да. Вместе со всеми... А, ну прикольно, на самом деле. Так, ну, я даже не знаю, давай, если можно... Класть в инвентарь, то вот нельзя. Зелья всякие нельзя, только эти оружие всякие, шмотки. Скинь какую-нибудь карту, которая тебе не нужна. Мне вообще ничего нельзя положить в инвентарь. Прикольно. Что у тебя в дверях? Только я все полезно. У него бродячая тварь есть, как минимум. Так, ну я не знаю, давай тогда вот эту, наверное. Надеть. Нет свободной руки. Что за хуйня, блядь? Я не понимаю, почему нельзя вещи переложить обратно в инвентарь. Так. Ёб твою мать. Блять. Тут даже класс нельзя поменять, прикинь. Чё? А? Как почему? Да хуй его знает. Ну. А обычно можно, типа? Ну да. Спокойно можно. Блин, это плохо. Просто скинул, да? Угу. Ну я хотел применить ее, спиздить у тебя что-нибудь, но, блядь. Еще один, блядь. А ты можешь, да, быть, по идее? А ты бы у меня все равно что не спиздил. Кать, пиздил у него что-нибудь. Можешь скинуть карту, чтобы подрезать. У меня нет маленьких вещей, чтобы их пиздить. Можешь скинуть карту, чтобы подрезать. В смысле нет, у тебя вон плюс 3 бонус. Так это не маленькая вещь, алло. Колготки. Маленькая? Маленькая это там, где не написано большая. Так большая только на оружие. Маленькая и большая это на оружие, только пишется. Разве нет? Нет, нет. А, ну ладно. Может тогда лучше у тебя что-нибудь спиздить, у тебя как бы побольше силы. Нет? А, ну да, мы же оба можем. Че? А. Вот стой. Че? Карта плохая. Да нет, просто. А, как? А. О. Ладно. У. Блин, у нее 2 расы, 2 класса, но так мало всего остального. Вообще. Может она хоть какую-то шмотку сейчас может надеть? Нет. Пиздец. Не, ну тут все равно видно, что кастрированный игра. Да ты че? Ну, прям в тему такая. Ну, спасибо, типа, прикольно. Блин, а че за бред? Можно мне хоть раз уже монстра получить? Как мне с уровень-то гребаный выйти? Я должна вот так вот кричать, что за бред. Ты помолчи, сидит, он в доме
9-му. Так, окей. Ну, блин, мне сделать-то даже опять нечего. Ну, не делать, значит, ничего. Надо что-то сбросить туда. Ну, давай, наверное, вот эту тогда. А я мне нельзя, да, сейчас продать на уровень, конечно. Нет, я тоже не покупаю. Нет, да, да, да. Ну все, тогда. Ну что? Да ебать. Потерял одного уровня. Ок, ок. Суки. Карточку не забудь взять. Рискну. Что это такое? Король. Ты блять, я клирик, твою мать. Ну чё? О-о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 
Так. Блядь, нельзя попросить помощи. Ну что за ебала? А почему нельзя? Нельзя. Нажми на кнопку. Да вот тут это. У меня карта есть. Типа, ты можешь попросить помочь тебе, и он не может отказать. Применяется только один раз. И тут не написано, что нельзя применять на победном уровне. Охуеть, блядь. Так у тебя не победный уровень же. У тебя восьмой только. Не, ну типа два уровня мне прибавил за этого чувака. За него ты два уровня получишь? Получил бы, если бы эта карта не обосралась. Я скину еще и клирик, блядь, из-за того, что она не применяется клириком. Ебаная игра, нахуй. Охуенно. Я Саню добавляю. Здорово. Кого? Саню добавляешь? Привет, всем привет еще раз. Привет. Сань, если что, тут стримчик подрублен. Почему? У меня два уровня убавилось. Что за хуйня? Ну так, ты проиграл же. Он два уровня тебе отнял. Уровни теряют. А, персонажи более высоких уровней теряют два уровня, если смываются. Охуенно. Че вы там, скиньте, где вы, че? Да пора. Ну да, сейчас мы закончим. Ты там, у тебя есть аккаунт тут же? Где у меня, где аккаунт? В чем? А, ссылку. Кирюх, ты скинешь или мне скинуть? Да, я скину. Блин, тебе обучение там надо пройти. Ну, охуеть тебе, блядь. Ну, хорошо, что так поздно. Ну, пока вы там играете. В смысле? Тут написано, у меня есть не две кнопки, как обычно, а третья. Ну, там страховой уровень не берется в расчет. Ну, вот тут не написано, что я не играю. Блять, ты что, не видишь? Нет. Слушай, ей, по-моему, вообще пофигу. Она даже если ему проиграет, она ничего не потеряет. Ну, нажми не драться. Что произошло? А, блядь. А, она три карты с руки типа скинула. И стала сильной? Потому что она волшебник. А почему ты не смогла выиграть? А, ну там либо всю руку, либо не прикладывай. Как ты же должна, по идее, сама? Ну чё, всё, ебаная игра. Ну так-то она неплохо сейчас уровни набила. Да. О, господи, какого того года стать-то, блин. Ну, наконец-то. Твою мать.
А Никитоса куда потеряли? Или он это? Ну, типа, я побеждаю. Я даже не могу ничего сыграть, да? Че говоришь про Никитоса? Вы Никитоса от Дискорд не вывозит или что? Или он... Он только сейчас, минут через пять должен подойти. Вы дадите мне выиграть или нет? Е-е-е-е. А этот что, а Тимур что? Тимур, я не знаю, он потерялся пока как-то. Что он мне писал где-то час назад.